Вот вы работаете в благотворительном магазине, муж? Муж неофициально работает на стройке, потому что мы как бы ждем, нам центры занятости пообещали. Он у меня очень хотел пойти учиться на экскаваторщика. И у нас есть куда дальше его устроить по этой профессии. Вот, и мы вот ждем, надеюсь, нам скоро позвонят. Александр Анатольевич, есть, да, у нас курсы для того, чтобы могли приехавшие там с Украины или из Донбасса как-то переобучиться, пройти какое-то обучение, да? Да, действительно, у нас не так давно были внесены изменения в законодательство, и теперь мы в рамках наших мероприятий по обучению в том числе можем предоставлять эти услуги и вынужденным переселенцам из ДНР. Прям с нуля. Да, либо подготовка с нуля к каким-то базовым специальностям, либо повышение квалификации. Вот у нас уже 12 человек обучения проходят, еще 10 человек начала обучения ждут, среди которых и супруг Екатерины. Соответственно, Екатерина, обещаю, что спасибо. В ближайшее время центр занятости с вами свяжется и даты обучения обозначит.